У меня есть для тебя одно деликатное дело. Не знаю, кто бы мог справиться с ним лучше, чем ты. Ты хороший водитель, и у тебя есть опыт. Ну, проще говоря, завтра все лучшие моторы будут участвовать в гонках на трассе. И я поставил на одного паренька, который до сих пор был фаворитом. Я немного помог ему с карьерой. Я люблю быстрые машины, и я сказал себе, что такое вложение могло бы окупиться. Ну, ты же понимаешь. А потом Ральфи говорит, что сюда приехал какой-то европеец. И его машина обязательно выиграет. Ральфи знает машины, он по ним настоящий мастер. Но в остальном полный идиот. Ну, что ему стоило рассказать мне все до того, как я поставил на этого пацана? Но все же, какого черта этот парень, черт знает откуда делает здесь? Это же американские гонки. Я и другие уважаемые люди думали, что же делать. Многие наши ребята сделали ту же ставку, что и я. И они, конечно, не горят желанием потерять зелень. И за кого будут держать меня люди? За старого идиота, Томми? Этого допускать нельзя. Я и мои канцельери много думали об этом. Несчастный случай с гонщиком не годится, это будет нечестно. Игрой такая победа мне не в радость. Ральф знает парня, охраняющего гараж с машинами гонщиков. Сегодня вечером ты отправишься туда и пригонишь эту европейскую машину к механику, который знает в них толк. Он глянет на нее и, возможно, улучшит нашу. Как только он закончит, ты отвезешь ее назад. Важно, чтобы машина была на месте до того, как кто-то заметит пропажу. И даже не думай о том, чтобы ее помять. Или попасться с ней в лапы копам. Понял меня? Да, босс. Если сможешь провернуть дело, то получишь долю с выигрыша, разумеется. Ну, вперед. Ральф объяснит, куда и как. Привет, Ральфи. Знаешь что-нибудь про эту работенку? Конечно, Томми. Тебе нужно пойти на городской трек и позаимствовать там тачку. Мой друг Бобби там работает. Подъезжаешь туда и увидишь дорогу. Там найдешь сторожку. Скажи Бобби, что тебя послал Ральфи. Он проводит тебя к машине. С ним уже договорено. А потом? Потом отвезешь ее в автомастерскую моего друга Луки Бертоне. Это в Нью-Арке под мостом Джулиана. Он посмотрит и немного доведет ее до ума. Потом просто перевезешь ее назад. На первый взгляд просто. Но это нужно сделать до часа 15, пока не сменилась охрана. Никто не должен знать, что ночью машина куда-то ездила. Смотри, чтобы на ней не было ни царапинки, не попадайся копам. Ты не должен попасть им в лапы. Хм, и как мне туда добраться? У меня есть кое-что новенькое. Небольшое это дело, украсть машину. Смотри, вставь сюда кусочек проволоки и пошатай немного. Потом залезь вовнутрь и соедини эти два проводка. Да, это несложно. Спасибо, Ральфи. Теперь смотри, береги бензин, Том.
Вечер добрый. Ты должно быть друг Ральфа. Верно. Ладно, я пропущу тебя. Прямо к гаражам. Ладно, мы на месте, дружище. Давай, у нас мало времени. Хм, это она и есть? Парень, будь очень осторожен. На ней не должно быть ни царапинки. И копов сторонись, как огня. Это очень заметная машина. Да уж. Через полчаса здесь будет смена, и к этому времени ты должен быть на месте, приятель. Будь очень осторожен, машина быстрая. Может быть, это самая быстрая машина на свете, кто знает. Конечно, Боб, без проблем. За полчаса я все сделаю. Thank you.
Привет. Ты ведь от Сальери, так? Я Лука Бертоне. Привет, меня зовут Том. Говорят, ты можешь вытащить из этого зверя главную фишку? Не без этого. Ну тогда лучше шевелись. У нас всего 27 минут осталось. Не густо. Посмотрим, что можно сделать. Можешь пока расслабиться. Ну, как продвигается дело? Только что закончил. Поезжай. Но тебе придется торопиться. Она будет не так резва, как на пути сюда. Спасибо. Мистеру Сальери понравится твоя работа. Ясное дело, передавай ему привет от меня. Если что-то еще понадобится, я всегда к его услугам. Я поставил на того же гонщика, что и он.
Ты справился, дружище. На машине ни царапинки. Спасибо, Бобби. Это действительно была самая быстрая машина в мире. Наше счастье, что все хорошо кончилось. Я тоже поставил на машину Дона. Похоже, что все поставили. Я и все мои соседи поставили на нее. Думаю, водитель тоже кое-что значит. Конечно. Ладно, не буду тебя задерживать. Спокойной ночи. Счастливо, Бобби. Спасибо за помощь. Эй, Луиджи! Эй, Томми! Где все? Все ушли на гонки, ты опоздал. Мне нужно было немного поспать после ночной работы. Ага. Алло? Да? Сэр, он только что вошел. Конечно. Это тебя, Том. Алло? Это Фрэнк, Том.
Ты хорошо постарался вчера, но нам снова нужна твоя помощь. Немедленно езжай на гоночную трассу. Парню, который должен был выиграть гонки, сломал руку какой-то громила. Это не случайность. Видишь ли, тебе придется участвовать в гонках. Но, Фрэнк, я... Том, до гонок осталось полчаса. И у меня нет времени обучать вождению кого-то еще. Боже, Том, здесь замешаны большие деньги. Это ты понимаешь? Ага, ладно. Фрэнк, но... Так что я жду тебя здесь, на трассе, как можно быстрее. Ты, вижу, не очень доволен. Да, так оно и есть. Томми, я знал, что мы можем на тебя рассчитывать.
Вы правда хотите, чтобы я это сделал? Я же не гонщик. Ладно, я знаю, это будет нелегко, но у нас нет выбора. Ты выручишь всех нас. Ты думаешь, мне это по силам? Я ведь не знаю правил. Дело проще, чем кажется. Тебе надо прийти первым, чтобы мы выиграли. Придешь вторым и деньгам каюк. Но раз мы подправили машину этого клоуна, все должно пройти гладко. И еще, на таких скоростях столкновение обычное дело. Следи за остальными ублюдками. Удачи, Том. Я знаю, ты можешь. Ну, я в это не верю. Том, половина соседей и все наши парни поставили на гонщика Дона. Знаешь, что значит проигрыш? Это будет проигрыш Дона. Мы просто растеряем все уважение, ради которого рвали задницы. Люди доверяют нам, в том числе и свои деньги. Ты понял, что поставлено на карту? Ага, я понял, Фрэнк. Я понял. Не переживай, сынок. Покажи им всем, из какого ты теста. Я знал, что ты не подведешь нас, Томми. Теперь ты действительно один из нас. Много людей заработали кучу денег на этой гонке. Томми, ты теперь всеобщий любимец. Люди это не скоро забудут. Кстати, заскочи-ка ты к Бертоне. Он тоже поставил на тебя и выиграл кучу денег. Так что он хочет отблагодарить тебя, чем сможет. Ладно, заеду.
Поздравляю, крутой герой. Спасибо. Здрасте. Дома есть кто? Эй, привет, Томми. Тут я. Эй, Том, поздравляю с победой. Ты молоток. Сначала я думал, что тебе слабо, но когда ты стартовал, я сразу понял, кто придет первым. Я выиграл кучу денег, и чтобы ты не думал, что я неблагодарный, я научу тебя кое-чему. Видишь эту кралю? Понимаешь, я не могу тебе ее отдать, зато скажу, как достать такую же. Смотри, как легко забраться в эту девочку.
Вот, пожалуйста, как два пальца. Ладно, я думаю, что я справлюсь. Есть еще одна, которая принадлежит богатенькой шишке из мэрии. Весь день она торчит на стоянке за зданием муниципалитета на Центральном острове. Загляну туда и проверю, правильно ли она припаркована. Когда она тебе надоест, заходи. У меня всегда есть что-нибудь новенькое. Спасибо, Лука. Загляну как-нибудь после работы. Ладно, свидимся. Вы нарушаете закон. Я вынужден вас оштрафовать. Ладно, командир, вот бабки. Я надеюсь, что это больше не повторится.
Так я приобрел новых друзей и первую шикарную машину. Быть гангстером оказалось совсем неплохо.